Всем привет! С вами канал Art Mania. И с Женькой мы пришли гулять на набережную. Волга еще не замерзла, хотя у нас уже выпадал снег. Добавляю даже. Выпадал уже снег. Частично есть там. Волны там такие. Никто не загорает. Хорошо так. У нас декабрь. Сегодня 8 декабря. Ролик выйдет с опозданием, к сожалению. У нас уже выпадал снег. Немножечко лежал, но растаял, к сожалению. Все, что осталось, вот. Травка какая красивая. Травка и белый снежок. И снег белый. Красиво. Какая красота. Пришли мы в Струковский сквер, да? Сквер? Или парк? По-моему, сквер он называется. Парк. Или парк, или сквер. Парк, может быть. А, парк, наверное. Такой красивый. Здесь мы катались. Ну, Жень, ты уж вообще прям обнаглел. Здесь мы катались с горки зимой. Вот аж прям оттуда. И вот сюда, вот на санках. Очень было прям здорово. Там вон елочки, а под ними зеленая травка. Снег падал стеной, наверное. Не наискось, как обычно. И там травочка. Травушка, муравушка. Она везде такая. Красивая. Так как в игре какой-то. Елка стоит, а вокруг нее тень как будто. Давайте подойдем с вами посмотрим. Тут уже и скатано все. Какая елочка. Голубенькая. Красивая. Там травка. Травка, травка, травка. Ой, тут уже исходили. Травка какая красивая. Как красиво. Шишек нету. Шишки все собрали. Все собрали шишки. Тут как кустиком. Как красиво. Какая красота. Здесь какой-то офис находится. Там Женька стоит. Здесь у нас лавочка какая красивая. Такими фигурками. Раньше в детстве таких было много. Фигурок. Совики. Ну, конечно, кто-то там работает. Пилит. Там вот типа зала. Автовый зал. Вот. Какие-то концерты раньше там проходили, наверное, дискотеки. Сейчас, конечно, там уже ничего не проходит. Он просто закрыт и все.
Здесь кустики интересные. Люди здесь любят фотографироваться. Все капает, ощущение, как будто весна наступила. Красиво. Так капает, там такие брызги, как маленькие. Ну, зима она, Жень. Как ты сейчас с Лёхой гуляли, тут 7 января, морозно же. Вот было бы так всегда зимой. Снег там, а здесь асфальт. Да, такую птичку-то. А, птичку снимала я, да. Там сейчас школа офицеров, новый памятник. Или мы были с тобой там уже? Не помню. Ну, катаются, народ катается, через асфальт прям даже. А, все ледяное. Тут водопад еще где-то был, что-то его не видать. Кажется, как будто апрель. Так тепло на улице, хорошо, тихо. Береза какая, смотрите, интересная. Как-то она так умудрилась вырасти. Непонятно.